Берт Янг в фильме «Тюремный курорт». В фильме также снимались Лэнс Кинси. Я поймаю тебя и посажу за решетку. Джуди Лэндерс. Не волнуйся за меня, в тюрьму я не попаду. Я волнуюсь. Карен Блэк. Если хочешь знать правду, единственное, что меня беспокоит, моя бывшая жена. Ты волнуешься? Я волнуюсь и схожу с ума. Джозеф Кампанелло. Она застала меня с Анжеликой и с тех пор угрожает нас убить. Да, я слушаю. Алан Гарфилд. Да, завтра мне поставят пуленепробиваемые окна. Лайл Альзадо в роли Броуна. Сет Джаффе и другие. Да, попугай, заплатил за него 500, а он притворяется мертвым. Да, я тебя слушаю. Я знаю, они наезжают, но у этой стервы на меня ничего нет. Она даже не знает, что подписала контракты. Думает, я надеюсь на партнерство. Неплохо, да? Полли, хочешь крекер? Тупая птица. Самое прекрасное, что в тюрьму меня за это не посадят. Композиторы Рот МакБрайан, Куэстер Уэлш. Она Анжелика, вот кто. Да, поэтому я и развелся. Заткнись. Не смей называть ее дурой, понял? Луи? Я же просил, надевай очки, когда ты рядом со мной. Оператор Арли Чарминаки. Все в порядке, пупсик. Заткнись. Ты расстроен. Я могу сделать что-нибудь? Нет. Чтобы тебе стало легче? Нет. О, пупсик. Ты так возбужден. Никогда не прикасайся к нему. Ну уже не заводись. Я не знала, что это твой ствол. Почему ты носишь с собой оружие? А почему ты задаешь столько глупых вопросов? Прости, куколка, федералы достают меня. Они думают, что я растратчик. Пупсик. Мне не нравится, когда ты так напряжен. Ты можешь это исправить. Автор сценария Джордан Раш. О, пупсик. Я отказываюсь заниматься любовью в очках. Продюсер Рут Лендерс. Не снимай без них, ты ходячее несчастье. Милый. Ты в порядке? Не двигайся. Сделай два шага назад. Давай. Сядь на кровать. Дорогой. Режиссер Натаниэл Кристиан. Ты такой страстный и такой сильный. Пупсик, сегодня ты превзошел самого себя, честное слово.
Знаешь, милый, я тебе стольким обязана. Ты забрал меня с улицы, научил самообороне, обезвреживать бомбы и взламывать замки. Но меня кое-что беспокоит. Мы с тобой почти не общаемся. Я не знаю, кто ты, откуда. Вообще ничего не знаю. А когда я спрашиваю тебя об этом, ты говоришь, что я задаю слишком много вопросов. Ты бесчувственный, и мне это не нравится. И еще мне не нравится, когда ты велишь мне заткнуться. Ты можешь быть очень холодным и бессердечным. Я не люблю твои вонючие сигары. То, что ты не опускаешь за собой стульчак. Мне не нравятся твои шутки. И твоя вставная челюсть. Ну вот. Так гораздо лучше, правда? Нам стоит общаться чаще, правда? Умри, стерва. Тебе конец. Проклятый пульт. Эта машина встала между нами и лимузином. Попробую спустить туда микрофон. Вам лучше надеть наушники, сэр. Ученик за рулем. Так, микрофон должен быть как можно ближе к ним. Опустим его в люк. Что это? Смотрите на дорогу. Хорошо. Еще немного, вот так. Он на месте. Это не к добру, Салли. Тебя могут посадить. Я не попаду за решетку. В конце концов, я не новичок. Но мне интересно, почему выбрали именно меня? Все политики проворачивают незаконные сделки и уклоняются от налогов. Они думают, что вы злобная стерва, сметающая всех на своем пути. Но это неправда. Я сказала французский, кретинка. Ты уволена. Пошла вон. Как глава ФБР мог так обо мне подумать? Телефон. Не сомневайся, ты лучшая. Лучше не бывает. Уокер, я подделала контракт о застройке земельных участков. Что ж, это будет ее последней махинацией. О, нет. Нас преследуют. Ну так оторвись, идиот. Да, и заодно включи кондиционер. Слизняк. Я не могу объехать эту дурацкую машину, а микрофон застрял в люке. На помощь! Поехали, не потеряй их. Да уж, не повезло парню. Черт! Вперед! Что происходит? Как они поменялись местами? Осторожней, сумасшедшая, мы горим!
Арестуйте ее. Допросите шофера. Выгуляйте пса. Тюремный курорт должен быть закрыт. Миллионерша Салли Рич приговорена к 6 годам на тюремном курорте. Я могу помочь, хулиган? Можешь. Я устроил тебя на должность начальника тюремного курорта. Начальника? Но я отбывал срок. Поэтому ты идеально подходишь. Я хочу, чтобы ты украл оттуда деньги, подставил одного из заключенных. Я поймаю его с поличным, раздую скандал, соберу пресс-конференцию. И тогда тюремный курорт прикроют, а преступники отправятся в настоящие тюрьмы. Эти отбросы поймут, что преступление невозможно оправдать. Да, украденное можем поделить. Иди, вот все деньги я оставлю себе. Жалкий кретин, все деньги я оставлю себе. Кого из заключенных подставим? Это моя забота. Главное, он должен быть наивен, доверчив и глуп. Есть у меня подходящая кандидатура. Раз, два, три. Раз, два, три. Только не говорите, что я забыла оплатить счет за электричество. Ты тупой, нелепый, либеральный осел. Убирайся! Вали, 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 вали! Вали! Спасибо. Оли. Всем спасибо, замечательно. А теперь позвольте представить вам следующего гостя. Это один из моих героев, великий американец, директор ФБР, Винс Хулиган. Винс, 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 Винс. О, да, Винс, я очень рад видеть тебя в нашей студии. Ты наверняка слышал о новой федеральной программе для белых воротничков, преступивших закон. Вот о ней написано в этом дурацком журнале. Это место под названием «Тюремный курорт». Тюрьма с режимом минимальной строгости. Представляете? Вы что, серьезно? Блин, к черту тюремный курорт. Вы только послушайте. Внимание, ребята. Революционная программа реабилитации преступников. Это просто смешно. Перестаньте. Винс, что ты думаешь о тюремном курорте? Уолли, меня от него тошнит. Тошнит, 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 тошнит. Это преступники, а не туристы. Ежегодно они запускают свои лапы в карманы невинных граждан, а взамен их отправляют на курорт. Моему возмущению нет предела. Они нарушили закон. Это не люди, а отвратительные отбросы общества, паразиты, которые не поддаются исправлению. Они не заслужили таких поблажек. Программа «Тюремный курорт» обречена на провал. Ты как? Хочешь закурить? Держи. Дыма без огня не бывает. Там, где преступники, там беспорядок. Гарантирую вам, друзья мои, один из заключенных тюремного курорта непременно совершит какое-нибудь злодейство. И когда это произойдет, обещаю вам, мои сограждане, это заведение закроется навсегда. Да! Винс, Винс, Винс! Уолли, Уолли, Уолли! Уолли,
Сэр, я дозвонился до радиостанции. Подержи икру. Они на проводе. Да, здравствуйте. Ну, разумеется, я знаю правила. Да, все верно. Какой вопрос? Ух ты, подождите. Последние слова Линкольна. Последние слова? Дайте мне 5 секунд. Ну же, что он сказал перед смертью? Сейчас, секунду, нашел. Хорошие места. Ты что, шутишь? Я не шучу. Марти, твоя работа. Сами посмотрите. Хорошие места. Да? Я знаю все. Да, передаю трубку ассистенту. Высылайте деньги. Ты только что заработал бонус. 20 тысяч. Молодец. Сэр, я бы хотела обсудить свой бонус. Твой бонус? Да. Какой еще бонус? Что там с дочерней фирмой? Подождите, пожалуйста, плохие новости, сэр. Новые постановления связали нам руки. Это невозможно. Что значит невозможно? Сэр, я... Я плачу огромные деньги. Мне нужна эта сделка. Делай, что хочешь. Сэр, ну вас посадят. Посадят? Меня? Ну уж нет. Никто ни о чем не узнает. Сын мой, когда же ты поймешь, что красть нехорошо? Боже, с этим делом пора завязывать. Извините, мне пора в отпуск. Если его признают виновным, он проведет за решеткой 45 лет. Однако, учитывая уровень доходов подсудимого, он является кандидатом для участия в амбициозной и противоречивой программе «Тюремный курорт». Идите. Простите, я, наверное, не вовремя. Помоги мне, болван. Это напоминает мне одного знакомого из Огайо. Агент 976. Розовое ароматное облако. Зовите меня 976. Агент 976. Отличная работа, я горжусь тобой. Спасибо. Знаю, ты уходишь в отпуск, и в качестве бонуса ФБР полностью оплатит твое пребывание на шикарном курорте. Это потрясающе. Большое спасибо, сэр. Не стоит. Вообще-то это тюремный курорт. Но не волнуйся, там есть все, что нужно для полноценного отдыха. Тюремный курорт? Не благодари меня. Впрочем, ты можешь кое-что сделать. У меня для тебя есть особое отпускное задание. Один из заключенных планирует хищение денежных средств. Найди его и предоставь мне все необходимые доказательства. Вы хотите, чтобы я провел отпуск на тюремном курорте? Это чудесное местечко, тебе понравится. Легенда такова: ты инвестиционный банкир, арестованный за торговлю внутренней информацией. Никто не должен узнать, кто ты на самом деле. Ни заключенный, ни персонал. Особенно начальник. Простите, я не хочу провести отпуск в тюрьме с минимальным режимом. Следи за этой женщиной и защищай ее. Она номер один в списке подозреваемых. И у меня есть все основания полагать, что на нее готовится покушение. Она нужна мне живой. Отпустите меня, хватит! Да что с вами такое? Простите, я обознался. Агент 976, розовое ароматное облако, я на тебя рассчитываю. Будь осторожен. Это не только курорт, но и пристанище греха, аморальности и несправедливости.
В таком случае я возьму это с собой, сэр. Не спускай с нее глаз. Запомни, ни на секунду. Сообщай мне о любых признаках коррупции. И напоследок, желаю отлично провести время. Не сомневайтесь. С твоей помощью мы прикроем это заведение и отправим преступников не на курорт, а за решетку. Где им самое место? Анжелика Пазиотопулос? Да. У меня есть хорошая новость и есть плохая. Плохая за присвоение и растрату бюджетных средств. Я приговариваю вас к 40 годам тюрьмы. Хорошая новость. Вы будете отбывать наказание в новой тюрьме повышенной комфортности. Пристав, расскажите о ней. Да, Ваша честь. Специально для преступников, чей доход превышает 2 миллиона долларов в год, правительство разработало новую программу. Вы, Анжелика Пазиотопулос, проведете следующие 30 тысяч дней на эксклюзивном тюремном курорте. Все верно, тюремный курорт. Тюрьма с самым минимальным режимом и изоляцией заключенных. Там есть все. Персональные бунгало, обученный персонал, исполняющий все ваши желания. Шикарные автомобили, в том числе лимузины и Феррари с неограниченным пробегом. Вы полетите на тюремный курорт первым классом. Можете использовать свои купоны постоянного пассажира. За отмену брони вас привлекут к уголовной ответственности. Также среди спортивно-развлекательных мероприятий курорта чемпионский курс обучения гольфу, захватывающий опыт для любого заключенного. Также на территории курорта расположены теннисные корты, баскетбольные площадки, гоночная трасса, бассейн для дайверов. Велотренажеры, грибные тренажеры и прочий спортинвентарь. Насладитесь курсами аэробики для начинающих. Любителям активного отдыха на природе наверняка понравится лыжная трасса. В данный момент она находится в процессе строительства. Посетите наш парк развлечений и космический центр. Все заключенные мечтают отбывать срок на тюремном курорте. В журнале New World написано: тюремный курорт – место, за которое можно убить. Это еще не все. Персональный бунгало, круглосуточное обслуживание, салон красоты, горничная. Обычный заключенный пытался прорваться на территорию. Я не обычный преступник. Я обчистил более 200 кошельков. Увидите его. Пошли. Здравствуйте, Анжелика по... Пазиотопулос. Неважно. Я Берт Бойл, начальник тюрьмы. Добро пожаловать. Очень приятно. Это вице-президент Крюгер. Губернатор Тишман. И старина Тазл. Уверен, вам у нас понравится. Такая честь принимать у себя преступницу из высшего общества. Я не преступница. Не поймите неправильно. Я не жалуюсь. А здесь принимают визу и American Express. Вот кого шеф собрался подставить. Вы свободны, сэр? Кто это? Японская компания, которую вы заложили. Скажи им, что я... Он сейчас занят. Гаррисон Фэнсворт.
Это я? Я Глен Раш. Канал PewTZ. Вы Глен Раш? Люблю ваше шоу. Это Марти Митч, мой помощник. Здравствуйте. Вы украли из казны сотни миллионов долларов. Миллиарды. Миллиарды. И вас признали самым успешным преступником мира. Серьезно? Я же говорил, у нас все получится. Что будете делать дальше? Отправлюсь на тюремный курорт. Смотри, это Салли Рич. Не та дверь, кретин. Такой же болван, как и твой брат. Дай сюда. Осторожнее, это сумки от Луи Виттона. Хватит валяться, поднимайтесь, живо. Какие же вы ничтожества. Прошу прощения за неудобство, мисс Рич. Это больше не повторится. Надеюсь, иначе вылетишь отсюда. Ты кто, главный портье? Позвольте представиться, начальник тюрьмы Бойл. Добро пожаловать. Привет, шеф. Зовите меня Берт. Если позвонишь мне сегодня вечером. Скажи-ка, Бойл, что нужно сделать, чтобы заслужить особые привилегии? Почему бы вам не зайти ко мне сегодня, мы это обсудим. А пока я покажу вам все остальное. Все? Все. Я сама. Ваш номер, Анжелика. Люкс для принцессы, оформленный специально для вас. Привет, я робот-принцесса. Я не заправляю постель, не мою полы и окна. Уверена, здесь вы найдете все, что нужно. Желаю приятно провести время. Поверить не могу. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я не заслужила такого. Разумеется, заслужили. Вовсе нет. Видите ли, я не преступница. Я недостаточно плоха для этого места. Ну же, не надо скромничать. Уверена, на 40 лет просто так не сажают. Боже мой, должно быть, я сплю. Это все, о чем я только мечтала. Розовая комната, кровать с балдахином и трансвестит в розовом шелковом пеньюаре, боа и наручниках. Нет, кровать с балдахином я не хотела. Надо же. Я ошибся номером? А я думаю, почему трусы жмут? И не только. Позвольте представиться. Меня зовут Полк. Говард Полк. Пазиотопулос. Анжелика Пазиотопулос. Мой блок управления поврежден. Очень приятно. О, нет, я не могу встать. Не могу встать. Простите за путаницу. Я говорил портье, что это не мой номер, но он настоял. Я только соберу свои вещи и сразу же уйду. Может, это и есть ваш номер? Нет, не думаю. Розовые обои, ванная в форме сердца, шкаф, набитый коктейльными платьями и нарядами, которые мне малы, особенно в бедрах. Ну что ж, если вы уверены, была рада знакомству.
А я-то как рад. Уверен, теперь мы будем часто видеться. Так как мы оба в тюрьме. Вы ведь не скажете мне заткнуться, правда? Нет. Конечно, нет. Просто я редко встречаю джентльменов. Их не привлекают такие, как я. Вы недооцениваете себя. Вы добрые, милые и, держу пари, хороши в настольных играх. Да, в третьем классе я победила на конкурсе орфографии. Не хотите ли послушать со мной струнный квартет? Да! С удовольствием. Жду не дождусь, Говард. Не глупи, Полк. Она подозреваемая номер один. Алло, это швейцарский национальный банк? Меня зовут Анжелика. Я хочу открыть сберегательный счет, на который я буду переводить крупные суммы. Вы не могли бы звонить мне каждый день в 12 часов вечера? Да, попросите позвать меня к телефону. Мой номер 213-550-08-24. Счет за переговоры пришлите мне. Нет проблем. Необходимую информацию я отправлю по факсу. Спасибо, милый. Да, кто это? Привет, шеф. Дело на мази. Когда арестуем дамочку? Я же сказал, не волнуйся, все под контролем. Сегодня я проведу экскурсию по нашему тюремному курорту. К вашим услугам первоклассный эскорт-сервис. Вы не поверите, какую роскошь можно купить за деньги. У нас есть прекрасный магазин, чудный бар, а также... Добро пожаловать на тюремный курорт. Я Берт Бойл, начальник тюрьмы. Для меня большое удовольствие приветствовать всех вас здесь. Вы наверняка ознакомились с нашими возможностями, но это не отпуск. Вы здесь не для того, чтобы веселиться. Тюремный курорт предлагает вам революционную, экспериментальную программу реабилитации. Так и знал, что здесь есть подвох. В этом мире ничего не бывает просто так. Подождите, преподобный. Мы считаем вас лучшими преступниками в мире. И мы уверены, что если вы вернетесь в деловой мир под руководством врачей и других профессионалов, которые будут изучать и анализировать ваши методы работы, то вы станете законопослушными бизнесменами. Мы на это рассчитываем. Минуточку. Погодите-ка, мистер Бойл. В смысле, если мы будем работать на тюремном курорте, что будет с заработанными деньгами? Кто их получит? Хороший вопрос, Гаррисон. Все деньги будут перечислены на специальный счет, а затем мы распределим их в благотворительные фонды. Я лично прослежу за этим. Поверьте мне. Благотворительность. Вы не шутите? А по-моему, это прекрасная идея. Что ж, может, мне стоит прямо сейчас переломать тебе ноги? Прошу вас, мы же семья. Послушайте, это блестящая возможность заняться тем, что вы умеете лучше всего, заработать много денег. Все, что от вас требуется, работать с консультантами, посещать занятия, и пройти курс групповой терапии. Терапии, по-вашему, я псих? Это что, медицинский центр? Верните мое шоу на кабельный канал, и я вас всех исцелю. Но со мной все в порядке. Конечно.
Если вам не интересно, я могу организовать ваш перевод в тюрьму строгого режима. Если повезет, камеру будет освещать лампочка. Мы любим тюремный курорт. Да, да, да. Я всегда хотел посещать психотерапевта. Желаю вам приятно провести выходные. Увидимся в понедельник в 6 утра. Масло Эксон Вальдес. Я люблю себя. Это безобразие. Посадили в тюрьму, еще и работать заставляют. Могло быть и хуже. Например, оказаться в одной камере с психом по имени Браун. Какое совпадение? Меня зовут Браун. Пожалуй, нам пора сделать этим ребятам массаж. Штаб-квартира ФБР. Говорит агент 976, розовое ароматное облако. Номер страховки? 350-40-74-62. Девичья фамилия матери? Феттон. Чем могу помочь? Соедините меня с директором. Ладно. Расскажи мне о своей мотивации. Что ты здесь делаешь? Ты хотел поговорить с директором? С директором ФБР. Вы что, снимаете? Слушай, у тебя отлично получается. Спасибо. Да, очень убедительная игра. Буду знать. О чем бы, Анита? Соедините меня с директором. Спасибо. Ладно, поехали. Соедините меня с директором. Одну минуту. Привет, агент 976, ароматное облако. Есть новости? Зовите меня 976. Хорошо, 976. Что ты узнал? Пока ничего. Но не волнуйтесь, я пробуду здесь еще неделю. Конец связи. Нам больше не стоит пользоваться общественным туалетом. Согласен. Полк, подожди. Мне нужно с тобой поговорить. Кого ты ведешь в стойло? Черт. Они вообще смывают? Донна, вернемся в бунгало. У меня клиенты. Ладно, но я отказываюсь работать с Гордоном Бойлом. В последний раз он заставил меня надеть платье своей бабушки и бить его тростью. А я-то думала, где ты этому научилась? Привет, мальчики. Да, еще раз. Накажи меня. О, боже, интересно, за что она здесь? Что она сделала? Она работала в первоклассном эскорт-сервисе, известном на весь мир. Да? Серьезно? Я верующий человек, но это что-то невероятное. Прошу меня простить. Извините. Куда ты? На консультацию. Не понимаю. Он считает себя Казановой. Что за чушь? Эй, преподобный, подожди нас. Невероятно. Боже мой, это формальное мероприятие, а на мне даже белья нет. Тише. Иди на рестлинг. И там ори.
У тебя проблемы? Если ваша дамочка не заткнется, то мне... Кого ты называешь дамочкой? Дамочка! Простите. Анжелика, на концерте нужно говорить очень тихо, чтобы не мешать другим людям. Так принято. Спасибо. Ясно. Лопать пузыри из жвачки тоже не стоит. Да, ты прав, Говард. Это неприлично. Я не заказывал обслуживание в номер. Я решила зайти и узнать, не нужно ли тебе чего-нибудь. Ну же, здесь должно быть хоть что-то. Директор меня убьет. Ух ты. Привет. Может, здесь? Нет. Посмотрим. Неплохой бюст. Что у нас тут? Бей меня, пари меня, заставь меня молить о пощаде. Нет уж. Мне будет гораздо больнее, чем тебе. Погоди-ка, Гаррисон. Что, нельзя брать такой кредит? Не могу в обычной жизни, я делаю это постоянно. Да, это незаконно. Ты ведь понизил ставки, не так ли? У тебя ведь больше ни цента не осталось. Это другое дело. Я религиозный лидер и делаю это для церкви. Аллилуйя! Слава Господу! Ну ладно, хватит, хватит, незаконно. Давай сделаем игру более интересной. И как же? К черту деловую этику. Повтори. Никакой деловой этики. Вот это я понимаю. Слава тебе, Господи, я снова в игре. Вот так. Убери все как следует. Когда закончишь с диваном, вымой окна и натри полы воском. Если меня спросят, я в Палм Спрингс. Привет. Здравствуйте, это Швейцарский национальный банк. Вы Анжелика? Я не понимать. Простите. Извините. Ничего, все в порядке. Простите. Извините. Простите. Анжелика, почему вы не носите очки? Это пошло бы на пользу не только вам, но и всем окружающим. Мне сказали, что они мне не идут. Анжелика, очки вам очень к лицу. И потом, важна ведь внутренняя красота, а внутри вы великолепны. Это лучший комплимент из всех, что я когда-либо слышала. Если вы не против, я надену очки. Хорошо?
тема нашей сегодняшней проповеди – мироздание. Я зачитаю текст на латыни. Эйспре орте. Он что, бредит? Ордле. Аллилуйя! Сейчас я расскажу вам историю о том, как Бог создавал этот мир день за днем. Сначала была штука под названием свет, которая тьме положила конец. Аллилуйя! Да, положи мне в руку, положи мне в карман. Добавь зеленых, и будешь спасен. Вот так. Мне нравится. Если плохо и на душе сомнения, обратись к преподобному. Тебя ждет исцеление. Возрадуемся вместе, восславим Господа. Еще раз аллилуйя. Это так просто. О, да! Аллилуйя! Анжелика, я сейчас вернусь. Кое-кто замышляет нечто вероломное. Завтра молитвенное собрание только для женщин. Тема близости размножения. Аллилуйя! Отлично, ты заставил этих дамочек попотеть, да? Аллилуйя, никогда не знаешь, когда на тебя снизойдет. Эту статую я раньше не видел. Какой гротеск. Должна быть работа сатаны. Аллилуйя. Знаешь что, ты абсолютно прав. В жизни не видел ничего более отвратительного. Посоветуем избавиться от нее немедленно. Идем. Точно. Сегодня мы начнем читать книги. «Моби Дик. История кита». Ты любишь читать? Да, очень. Особенно рассказы про животных. Одна из моих любимых книг – «Возвращение кота в шляпе». А как насчет Хортона? Да. Зеленые яйца и ветчина. Раз рыба, два рыба. Красная рыба, синяя рыба. А потом почитаем «Пигмелию». Обожаю поросят. Правила поведения. Не списывать, не врать, не веселиться. Доброе утро, класс. Я профессор Лес Пайлот. Толстяк. Моя задача — научить вас этике. Это смешно. Вы будете учить меня этике? Да это бред собачий. В следующий раз поставлю тебя в угол. Сегодня мы обсудим правила поведения в деловом мире. Откройте учебники на странице 2943. 2000... На какой? 2943.
Швейцарский национальный банк. Анжелика, почему в твоей сумочке выписка с депозита в швейцарском банке? Мистер Фолк, если вам есть что сказать, можете поделиться с остальными. Зачем Анжелике сберегательный счет? И как ей удалось перевести деньги из тюремного курорта? Неужели я влюбился в преступницу? У нее настоящая грудь? Если нет, легко ли она воспламеняется? 1041, 1042, 1043. Боже мой, я никогда не доберусь до 2943. Привет, преподобный. Я буду контролировать и оценивать вашу профессиональную деятельность. Что? Ты усомнилась в моем предназначении, дитя мое? Это богохульство. За это я могу предать тебя анафеме. Прошу, преподобный, не усложняйте. Мы сыграем в игру под названием «Пострадай от последствий». Будь я проклят! Если вы докажете мне, что можете вести свои дела законно, то выиграете, и я оставлю вас в покое. Однако, если вы попытаетесь обмануть меня или схитрить, я конфискую у вас личную вещь. Это еще что? Одна из забав сатаны? Поклясться на Библии? Ладно, начнем. Я ищу налоговое убежище и хочу вложить примерно 7 миллионов долларов. Что ж, тогда вы пришли по адресу. Есть у меня один ценный земельный участок в Нью-Джерси с церковью под снос. Мне очень жаль, преподобный, но вы пытаетесь меня обмануть. Пожалуй, я заберу вашу спутницу. Пройдемте со мной, мэм. Что вы делаете? Это моя служанка, я не позволю вам так грубо с ней обращаться. Молодой человек, вы официально прокляты. Ладно, теперь вы поняли, как играть. Придерживайтесь правил или страдайте от последствий. Посмотрим, что задумал Гаррисон. Помни, Гаррисон, никаких противозаконных или запрещенных приемов. Да, я понял. Объясни мне одно, Браун. Зачем ты нацепил на меня эти электронные штуки? Шокотерапия всегда действует на крыс. Крыс? Я что, крыса? На крысы преступников, людей, которые лгут. Поближе. Надеюсь, никто не заметил. Вроде я не слишком бросаюсь в глаза. Так, отлично. Знаешь, я хочу взять кредит, но у меня нет капитала. Как думаешь, ты мог бы мне помочь? Нужен заем? Гаррисон, вот. Вот тот, кто тебе нужен. Не волнуйся, я займусь этим лично. Со мной ты преуспеешь. Что это было? 1000 вольт. Будет еще больше, если ты попытаешься обмануть меня снова или провернуть темное дельце. Ты шутишь? Браун, я только хотел тебе помочь. Возьми клюшки. Чего он орёт? Зыбучие пески. Похоже, мне понадобится железное. А тебе? Не знаю, Браун, я в ловушке. Возьму-ка я лучше клин. Слушай, я не уверен, что мне нужно покупать этот бизнес. Цифры не сходятся. Ты бы мог сделать что-нибудь? Нужна помощь? Нет проблем. Только никому не говори, хорошо? Я достану за 101%. Больше ничего не говори, нет. Ни слова. Ни о чем меня не проси. Браун, посмотри. Я уже начал светиться. Как елка. Он наказывает его за плохую игру. Что там внизу?
Не понимаю. Я был прав. Это богохульство и профанация. Я предложил заработать денег для бедных и нуждающихся, а вы говорите, что это незаконно. Включите обогреватель. Прошу вас, преподобный, не лукавьте. Никому не нужно ваше белье. Ладно, у меня есть решение. Я возьму биржевой капитал и переведу все вклады инвесторов на счет некоммерческой организации. И, между прочим, за короткий срок. У кого-нибудь есть фиговый листочек? Стерва забрала всю мебель. Да, он умеет жить. Преподобный, вы не он. О, преподобный, спасибо, что спасли меня. Теперь я у вас в долгу. Ах ты, здоровяк! Аллилуйя, брат! Слава Господу! Сегодня мы начнем курс групповой терапии, который поможет нам лучше понять себя и то, почему мы выбрали путь криминала. Я решила сосредоточиться на Салли Рич и попросила Гаррисона и преподобного Теслера изобразить ее родителей. Ладно. Не знаю, что случилось с нашей дочерью, дорогая. Она постоянно крадет деньги из пожертвований для бедных из стран третьего мира. Ну и что? Она хорошая девочка, ей просто нужно время. Она не хотела воровать и убивать. А еще она блудница. Я застал ее в постели с почтальоном, молочником и дворецким в одно и то же время. Ну и что? Она просто хочет дарить всем свою любовь. Об этом я и говорю. Она всем отдается. Взгляни правде в глаза. Наша дочь порочная, беспринципная и распущенная. Это ее лучшие качества. Спасибо. Спасибо. Поверить не могу, что вы это оценили. Ну, наконец-то! Я проверил нескольких заключенных, сэр, но ничего не выяснил. Да что с тобой? Ты должен был раскопать хоть что-то. Мне нужны улики, а не оправдания. Проверь блондинку. Не волнуйтесь, сэр, я найду злоумышленника. Будь то мужчина или женщина. С кем ты говорил? С мастером по эпиляции. Меня беспокоят волосы в носу. Видишь? Отвали, я тебе не верю. Не знаю, что ты задумал, но клянусь, я буду следить за каждым твоим шагом, пока не выясню это. Не думаю, что сможешь от меня ускользнуть. Конечно. Отстань от него. Эй, ты. Помни, что я сказал. Какой мерзкий тип. О, Анжелика, не может быть. Я хотела сказать, что время, проведенное на тюремном курорте, было лучшим в моей жизни благодаря тебе. Ты первый мужчина, который отнесся ко мне с уважением, помог мне обрести уверенность в себе и даже стать лучше.
Ты знаешь, я думаю, нам больше не стоит пить. Позволь мне, Говард. Знаешь, Анжелика, да? Помни, что нарушать закон — это очень плохо. Ты должна постараться и стать законопослушным человеком. Ты должна очень постараться. Говард, ты такой хороший. Даже когда выпьешь, остаешься порядочным человеком. За это я тебя и люблю. Я восхищаюсь тобой. Просто восхищаюсь. Поверь, первый раз я так влюблена. Официант? Да, сэр. Уберите стол, пожалуйста. Одну минуту, сэр. Это швейцарский национальный банк. Вы Анжелика? Да, милый, я хочу перевести деньги на свой счет. Пожалуйста, назовите номер своего счета. 314-92-12. Вы мисс Пазиатопулус? Да, благодарю вас. Спасибо. Прошу тебя, Гаррисон. Тесс, пожалуйста, не нервируй меня. Мне и так не по себе. Раньше мы не занимались ничем подобным. Ты такой мнительный, Тесс, ты в курсе? Поверить не могу. Впервые в жизни мы собираемся совершить нечто законное, а ты выглядишь как домохозяйка в период менопаузы. Ну, прости. Это новый я. Пытаюсь отстаивать свою женственность. Каблук. Тесс, тебе повезло, что ты не женщина. Войдите. Привет, ребята. Привет, милая. Ты должна быть Фред? А вы должна быть псих. У него трудный период. Не оправдывайся, Тесс. Я могу за себя постоять. Все знают, что вы скоро обанкротитесь. Это не секрет. Ваши дома никто не покупает, а рынок мертв, верно? Он умер. Поэтому я решил выкупить у вас все ваши дома. Я забираю все по выгодной цене. А вот ваш контракт. Почитайте. Договорились. Я горжусь вами. Вы заключили честную сделку. Поздравляю. Хорошо, а теперь верните мне мои шорты. Подождите, пожалуйста, я позову к телефону коллегу. Давай, Анжелика, пора заключить сделку. Говард, я не могу. У меня нет опыта, и я не знаю, как разговаривать с вице-президентом крупной компании, правда? Не бойся. Чтобы преуспеть в бизнесе, особые навыки не нужны. Главное... здравый смысл и уверенность. А это у тебя есть? Ладно. Погоди, погоди. У тебя все получится, и тебе не нужны очки. Сними их. Давай. Хорошо. Алло? Говорит Анжелика. Соберите персонал. У нас есть денежные средства. Давайте выкупим контрольный... пакет акций. Пакет акций. Камера скрытого наблюдения. Убедитесь, что председатель правления получит свои полмиллиона. Говард,
Что ты делаешь? Это же незаконно. Ну и ну, наконец-то я поймала вас с поличным. Я знала, что вы что-то замышляете. Мы делаем поблажки таким, как вы, Полк. Но вы этого не заслужили. Вы отбросы общества. И я заставлю вас страдать. Да? И что же вы сделаете? Привет, милый. О, нет. Только не жажа. Простите, преподобный, ибо я согрешила. Как и все мы. Когда я была маленькой девочкой... Сестренка, сэкономь нам время. Просто попроси у него прощения и покончим с этим. Аллилуйя. Я была единственным ребенком в семье. Мои родители меня баловали. Они всегда покупали мне чудесные вещи. Игрушки, подростковый бюстгальтер. Бюстгальтер? Я не ослышался? Они привили мне традиционные семейные ценности. Но, к сожалению, я влюбилась в вора, который меня подставил. И я пообещала себе, что это не повторится никогда. Преподобный, я, кажется, снова влюбилась в преступника. В меня все влюбляются. Простите? Слушай, сестренка, не прячь свои чувства. Открой ему свое сердце. Аллилуйя! Но он преступник. Все мы сделаны из плоти и крови. Просто покайся. И помни, не суди, да не судимо будешь. Аллилуйя! Теперь она моя. Черт! У меня есть кое-что, что вам понравится. Эта скульптура была создана в постпедикюрный период. Ее название — «Демон с огромными ногами». Анжелика. Нам не о чем говорить. $800. $800? Мэм, посмотрите на эти ноги. Анжелика, я знаю, мой поступок тебя расстроил, но у меня была веская причина. Говард, ты меня разочаровал. От тебя я такого не ожидала. Ты всегда читал мне проповеди о том, как важно быть честной. Зачем ты это сделал? Я не должен тебе говорить, но... На самом деле, я агент ФБР. Прошу, не оскорбляй меня. Я не настолько глупа. $1500. Полторы? Кто даст 1700? Анжелика, поверь мне, вот мое удостоверение. Брось, он на тебя не похож. Потому что я работаю под прикрытием. Мне пришлось изображать заключенного. Ты должна мне верить. Пожалуйста, поверь мне. Попроси прощения и покончим с этим. Говард, конечно, я тебе верю. Прости, что сомневалась. Нужно было прислушаться к здравому смыслу. $2000. Две тысячи. Раз. 2002. 2003. Проданы женщине, сидящей рядом с агентом ФБР. Анжелика, это телефонный счет из твоего бунгало. Судя по всему, ты часто звонишь в Швейцарию. Нет, я звонила только в Южный Йемен, Заир и Норвегию. Да и то случайно. Набрала номера по ошибке. Все звонки были сделаны в одно и то же время, в полдень. Сейчас почти 12. Давай вернемся в твое бунгало. Спасибо.
Это смешно. Вам что-нибудь известно об этом? Gracias. Это единственное слово, которое я знаю и понимаю по-испански. Я тоже. Что же нам делать? У нас есть только выписка с депозита и телефонный счет. У меня предчувствие, что сейчас раздастся звонок, который поможет нам вычислить злоумышленника. Да, и кто ее спрашивает? Швейцарский национальный банк? По какому вопросу? Неужели? И кто просил вас звонить? Понятно. Нет, сегодня она не будет переводить деньги. Вы не могли бы оставить свой номер? Большое спасибо. В чем дело? Ему велели звонить сюда ежедневно в полдень. Да, но в это время меня нет. Именно. Кто-то отвечает на звонки и переводит деньги на липовый счет от твоего имени. У меня нет доказательств, но держу пари, в этом как-то замешан Берт Бойл. Начальник тюрьмы? С чего ты это взял? Я уже давно на этой работе. У меня появилось животное глубокое, интуитивное, развитое, необъяснимое, неконтролируемое, внутреннее. Не знаю, как назвать. Чутье? Да, можно и так сказать. Нанесу-ка я визит мистеру Бойлу. Встретимся на вечеринке. Я ненадолго. Можно с тобой? Нет. Кто бы это ни был, он очень опасен. Анжелика, я не хочу втягивать тебя еще больше. Держись подальше от кабинета Берта. Я сдеру с тебя кожу живьем. Куда это ты собрался? Боюсь, что мне придется уехать без тебя. К сожалению, я вынужден тебя связать. Не слишком туго, бледнолицый. Что ты хочешь со мной сделать? Развратить и совершить надо мной насилие, не так ли? Так, нормально? Да, отлично. А ты знаешь, что я из Индианаполиса? Возьми меня. Это прелюдия меня убивает. Да. Да. Вы не видели Говарда? Нет. Знаю, для тебя это слишком, но ведь я того стою, да? Бойл открыл два счета. Один на имя Анжелики, а второй на свое собственное. Он переводил деньги из благотворительного фонда тюремного курорта, используя телефон в бунгало Анжелики, пока ее не было.
А затем из своего личного кабинета, естественно, все нити вели к ней. Представляете? Ты проделал невероятную работу, как я и хотел. Я горжусь тобой, агент 976 «Розовое облако». Прошу вас, зовите меня Говард. Привет, я Нина. Это групповая линия? Нет. Нет. Извините. Хауи, продиктуй мне номер счета Бойла. Он нужен мне, чтобы перевести деньги в безопасное место. 349-120. Чудесно. Ах ты поганый лицемер. Тебе это с рук не сойдет. Завтра в 6 утра я устрою пресс-конференцию. Мы разоблачим тюремный курорт и отправим всех преступников за решетку, где им самое место. О чем вы? Они ничего не сделали. Это все Бойл. Алло? Алло? Привет. Лучше и быть не могло. Я получу деньги. Бойл и Анжелика сядут надолго, а тюремный курорт прикроют. Какой прекрасный день. Благодаря тебе, Бойл знает, что деньги на моем счету. Он ведет двойную игру, но у него ничего не выйдет. Я переведу деньги на другой счет и уеду. Сразу после пресс-конференции. Может, возьмете меня с собой? У меня красивая улыбка, я обаятельный, и я знаю множество хороших гостиниц. Прости, но я запру тебя в подвале. Со временем тебя найдут, но будет уже слишком поздно. Мне подарили бомбу на день рождения. Давно мечтал ее опробовать. Ты идеальная кандидатура. Да, шума будет много. Знаешь, до знакомства с тобой доктора говорили, что я фригидна. Наверное, поэтому я стала преступницей, и у меня был такой несносный характер. Но ты приручил меня. Изменил, дал новую жизнь. Боже мой, ты прекрасен. Я хочу петь. К началу пресс-конференции ровно в 6 утра ты воссоединишься со своими предками. Анжелику арестуют за убийство. Подожди, Берт. Подожди. На твоем месте я бы сдался. Послушай, ты украл деньги из благотворительного фонда. Собираешься убить человека и подставить невинную женщину. Брось. Что еще может сделать такой подлый и презренный человек, как ты? Ты меня подловил. Говард! Говард! Вам помочь? Да, вы не видели Говарда? Нет, но... Может, уединимся? Где он, здоровяк? Не знаю. Мне приказали охранять эту дверь. Анжелика, уходи отсюда. Бомба сейчас взорвется. Спасайся. Не волнуйся, Говард. Я умею обезвреживать бомбы. Правда? Да. Не нравится мне этот звук. Приготовьтесь к встрече с Господом. Может, разберемся с этим в другом месте? У нас тут бомба, которая взорвется в любую минуту. Я убью вас голыми руками. Я не знаю, кто вы и чего хотите, но поговорим позже. Сейчас я занята. Неплохая мысль, а потом сходим в боулинг. Я в предвкушении. Что? Не волнуйся, Говард. Я прервала соединение, теперь бомба не взорвется.
Где ты этому научилась? Когда я жила с Луи, ему постоянно присылали бомбы по почте. Ты жила с моим Луи! Можешь освободиться. Кажется, я расстегнул правый рукав. Кому ты хочешь пожертвовать свои органы? Может, лучше обсудим идею с боулингом? Это весело. Ах ты дрянь. Последняя просьба. Я хочу замуж, хочу детей, хочу большой дом. Эй, ты, отпусти ее! Стой! Подожди. Ты ведь не ударишь девушку в очках? Пусть она сначала их снимет. Ладно, снимай свои очки. Ты умрешь, но не увидишь свою смерть. Подними очки, надень их и развяжи меня. Да. Я был прав насчет рукава. Что это с ней? Это долгая история, расскажу потом. Давай, пошли отсюда. Ты это нечто. Не знаю, что впечатлило меня больше, как ты обезвредила бомбу или драка с женщиной-гориллой. Пожалуй, все-таки драка. Дамы и господа, добро пожаловать. Я созвал пресс-конференцию с целью пролить свет на то, что происходит на тюремном курорте. Мы направили сюда агента ФБР, который работал под прикрытием, изображая заключенного. Благодаря ему мы разоблачили коррупцию в стенах так называемого исправительного учреждения. А также выяснили, что заключенная Анжелика... Базилопалуза похитила денежные средства из благотворительного фонда. Обещаю, она будет наказана по всей строгости закона. Это еще раз свидетельствует о том, что преступника не исправишь. И эта диснеевская операция не более чем напрасная трата денег налогоплательщиков. Мы не должны идти на уступки лишь потому, что эти жулики богаты. Теперь мы с полным правом можем упечь их за решетку и закрыть ворота тюремного курорта навсегда. От моего внимания не укрылся еще один возмутительный факт. Оказалось, Парабамперус действовала не одна. У нее был сообщник. Самое ужасное, что этот человек не преступник. Арестуйте его немедленно! Как я уже сказал, самое ужасное то, что этот человек работает здесь, на тюремном курорте. Я считал его своим близким другом. Мы ходили друг к другу домой на ужин. Я познакомил его со своей третьей женой. Когда он заболел, я отдал ему свою почку. Или селезенку. Носовой платок. Теперь я знаю, что он преступник и убийца. Это никто иной, как Берт Бойл.
И Винс хулиган. Еще одно слово, и тебе конец. Я агент 976, розовое ароматное облако. И все это время я находился под прикрытием. Да, у меня есть доказательства хищения денежных средств. Но это сделала не Анжелика Базиатопулос, а Берт Бойл и Винс хулиган. Я стал частью системы. Самые злостные отпетые рецидивисты исправились на моих глазах. Идея тюремного курорта работает. Его нельзя закрывать. Да! Правильно! До того, как попасть сюда, я была самовлюбленной материалисткой. Меня волновала только моя внешность. Бриллианты, меха, отдых в Палм-Спрингсе и Сент-Морице, апартаменты на Парк-Авеню, винтажные седаны, спортивные модели. Милая, думаю, они поняли. Ладно. Дело в том, что я хотела все это, не задумываясь, какой ценой эти вещи достаются. Я до сих пор их хочу, но теперь мне не все равно. Мне кажется, каждый должен провести на тюремном курорте хотя бы полгода, чтобы увидеть разницу между плохим и хорошим, стать умнее и научиться себя уважать. Благодаря всем вам и тюремному курорту я стал совсем другим человеком. Я прибыл сюда, на тюремный курорт, будучи грешником. Я знаю, что был неправ. Я раскаиваюсь в том, что совершил, и хочу вернуть деньги всем людям, на которых я наживался. Я знаю, вы тоже этого хотите. Аллилуйя! 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 Спасибо всем, что вы приехали сюда. Гаррисон и преподобные жили долго и счастливо. Винс хулиган получил 20 лет в тюрьме строгого режима и поручил своей матери написание мемуаров. Салли Рич так и не нашли. Берт Бойл убегал от правосудия более 20 лет. Его так и не поймали, зато он выиграл марафоны. Меня назначили директором ФБР. Я женился на Анжелике, которая стала начальницей тюремного курорта. Позже мы сыграли в тюремном курорте часть 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и так далее. Фильм озвучен телекомпанией НТВ+. Режиссер Дарья Зайцева. Звукорежиссер Александр Зубов. Текст читали Ольга Голованова и Даниил Эльдаров. Bed 46, 47, 48 was the one we shot in Europe. Just another day in the slammer. 50. Day in, day out, it's the same old same. We're just a number, that's the name of the game. We all ride to work in the jailhouse.
Mudfed 72, Mudfed 73 with the little goat. 74, 75, 76.